Вопрос разработки и совершенствования радиотехнических систем двойного назначения обсудили в Ярославле. Круглый стол собрал ректоров из вузов Москвы, Череповца, Йошкар-Олы и областного центра. Центральным событием стало подписание договора о сотрудничестве между Марийским университетом и Ярославским военным училищем. Стороны обсудили перспективы совместной работы. Первой разработкой станет радиолокатор, точнее сигналы для него. Их можно использовать в системе контроля воздушного движения России. Марийский университет имеет существенные достижения в этой области, даже на мировом уровне. У Марийского государственного университета есть технологии, разработанные уже и наработанные годами. У нас этих технологий, например, в училище нет, поэтому обмен, соответственно, и научным потенциалом обмен, он очень будет полезен для нашего училища. У нас достаточно серьезный блок фундаментальной науки. Мы занимаемся высокопроизводительными вычислениями, радиофизикой. И как следствие из фундаментальной науки выходят различные интересные прикладные вещи, которые используются уже непосредственно в технологиях, допустим, вот на сегодняшний день, технологиях как гражданского назначения, так и в технологиях двойного назначения.